Здравствуйте! Мы опять на Байкале. Вот. Солнышка нету, так охота было солнце, чтобы и лед был другой, скалки были другие. Нам хотелось, чтобы лед играл, что нам вроде бы и тепло, а с солнцем нам не повезло. Привет. Всем привет. Ой, сейчас я разворачиваю твоего. Вот один из подписчиков спрашивал, почему мы катаемся не на озерных коньках. Вот в данном случае едем кататься более длинную дистанцию, и поэтому сейчас можете наблюдать озерные коньки. Да, и девчонки у нас в озерных коньках. Идем? Я думаю, там такой же лед.
Перед нами остров Огой. Вот сейчас вот мы к нему подъедем. На ступу мы, конечно, не будем подниматься, а так вот рядом с ним прокатимся. Нет, я просто, чтобы коньки крупным планом.